Нет, ты случайно не видел Дерека Гриффина? Он передал через дворецкого, что ждет меня здесь, но я опоздала и, боюсь, он ушел. Ну, я бы мог ждать красивую женщину. Вечность. Так ты его видел? Не видел сегодня, во всяком случае. Кстати, за соседним столом тоже ждут твоего приятеля. Если Дерек придет, скажи, что я его не дождалась. Твой партнер по полу не сможет прийти. Откуда ты знаешь? Мистер Гриффин приносит свои глубочайшие извинения, хотя ему, в общем-то, не за что извиняться. Поскольку не он назначал рандеву, а мистер Хан взял на себя эту ответственность. Ты позвонил мне и представился дворецким Дерека, знаешь, ты просто... Считаю, что цель оправдывает средства. Назовись я хоть Джорджем Бушем, все равно не был бы уверен, придешь ли ты. Может, да, а может и нет. Что здесь происходит? Извините, мистер Слейд. Что значит извините? Ты знаешь, сколько это стоит? Теперь мы точно выбьемся из графика. Это немалые деньги. Ты это поймешь, когда все это я вычту из твоего заработка. Иди работай. Где ты была? Я ужасно рада видеть тебя, Стивен. Да, опоздала. Мне позвонили после 6 вечера. Сейчас почти 9. Не понимаю, что тебя задержало. Я ужинала, но ушла довольно рано. Рано ушла? Совсем недавно ты, не задумываясь, изменила бы все свои планы и примчалась на съемочную площадку. А что теперь? Фильм стал для тебя обузой? Я должен радоваться тому, что ты вообще появилась здесь. Стивен, да? Ты обязан нас предупреждать. Таковы правила и законы. Ты забыл, что существуют профсоюзы? Кстати, о профсоюзах. Тебе не поздоровится, если ты оштрафуешь электрика за сломанный софит. Он устал. Мы все очень устали. Сколько это будет продолжаться? Эти длинные смены и бесконечные дубли. Мы начнем когда-нибудь нормально работать. Что ты всем пытаешься доказать? Стивен, вам нравится новое платье мисс Вейн? Разумеется, нет. Это совсем не то. Я сказал синее. Тебе знаком синий цвет? Вот синий. Синее платье. Я же специально просил. Но вы несколько раз меняли решение, и я подумала... Ты подумала? Тебе совсем не за это платят. Ты не должна думать. Ты должна выполнять указания. Синее платье. Держи. Через 5 минут съемка. Сценарий в гримерной. Скажи что-нибудь приятное. Сомневаюсь, что ты это услышишь. Информатор просит его отпустить. Роб боится? Да. Отпустим его. От него мало толку после гибели Джейн Кинсли. На него заведено уголовное дело. Но мы обещали отправить его в реабилитационный центр. Да. Так и поступим. Пусть посмотрит, как мучается наркоман. А когда он выйдет, оттуда закроем дело. Я займусь этим. У нас появилась еще зацепка. Я заметил одну девицу, она часто околачивается в порту. Бездомная? Вряд ли проститутке негде ночевать. Отлично. Неплохо зарабатывает. Как ее зовут? Ричардс. Тони Ричардс. Тони Ричардс? Я ее не задерживал, а ты? Привези ее сюда, попробуем что-нибудь вытянуть из нее. Хорошо. Знаешь, Майкл, сегодня мы могли взять его, но упустили, у нас даже нет описания его внешности. И вот это мне трудно понять. Ники все объяснила. Парень промчался так быстро, что она не разглядела его. Но от меня-то он бы не ушел. Я тоже был не на высоте. Думаешь, она не справляется? Нет. Я не это хотел сказать. А что? Ты считаешь, что она допустила какую-то ошибку? Нет. Черт. Стерва. Ну, давай же, убей меня. Думаешь, не смогу? Не сможешь. Прокололась не я, а ты. Если б не я, ты был бы уже в тюрьме или мертв. Покуситься на жену Круза Костельо.
Он бы не просто убил тебя, а разодрал голыми руками. Ты должен на коленях благодарить меня. В другой раз я тебя не спасу. Убирайся. Я позвоню, когда ты понадобишься. Да? Как груз? Почему? Они еще на нефтяной вышке? Немедленно увози их оттуда. Не знал, что ты умеешь готовить. Да? Когда живешь один, еще и не этому научишься. Вот, размешай. Ты помогал режиссеру? Нет, съемка назначена на вечер. Вот как? Мама запретила сегодня ехать туда, придется поздно возвращаться. Ясно. А подвезти некому. Мой шофер тебя отвезет. Это не лимузин, но, думаю, на моей машине не стыдно появиться на съемочной площадке. Я поеду. А как же наш ужин? Я уже поел с мамой. А говорил, проголодался. Только из вежливости. Меняю мою половину ужина на твоего шофера. На сегодня. Ты насквозь пропитался Голливудом. Можно идти? Да, но не задерживайся, у тебя много уроков. Ладно. Спасибо, дядя Мак. Беги. И тебе спасибо. Не за что. Джеймс, отвезите этого юношу, куда он попросит. А потом привезите домой. Спасибо. Чеснок и имбирь. Ты знаешь толк в кухне. А что еще вы умеете, мистер Блейк? Еще не спишь? Он немного нервничал, все беспокоился, спрашивал об Иден. Тебя интересует, где мамочка? Ну, она ненадолго уехала, но скоро вернется. Она же знает, что ты скучаешь без нее. Я тоже. Вот что, я покажу тебе фокус. Это волшебный фокус, и дедушка его тоже знает, он же волшебник. Я покажу тебе, как вызывать людей. Для того, чтобы сделать это, надо закрыть глаза. Только не подглядывай, закрой глаза и думай о маме. Отлично. Думай о том, как она выглядит. Она очень красива, да? Теперь представь, как она говорит. Хорошо. Представь, что она говорит тебе спокойной ночи. Хорошо. Ты слышишь ее голос? Прислушайся. Слышишь мамин голос? Она говорит: Чип, спокойной ночи. Я скоро увижу тебя, папу и Адриану. Я вас очень люблю. Ты слышал? Узнал ее голос? Закрой глаза, закрой глаза, закрой. Если ты постараешься, то даже почувствуешь, как она целует тебя на ночь. Закрой глаза. Почувствовал? Это мама поцеловала тебя. Келли, только не говори, что ты сейчас уйдешь. Нет, я собираюсь, благодарю, изобразить пеликана, улетающего на юг. Постой, сейчас весна в Калифорнии, апрель, нарциссы сходят с ума, никто не улетает на юг весной. А что ты сделаешь, если я останусь? Начнешь стрелять в меня? Не старайся обидеть меня. Лучше скажи, чем ты хочешь заняться? Прической, кроссвордом, чем-нибудь, да чем угодно. Послушай, я буду держаться в рамках, клянусь. Келли, это Америка, все торопятся жить. Взгляни на мой галстук, видишь его? Разве я надел бы такой полгода назад? Нет, и знаешь почему? Потому что это галстук человека, которому нечего скрывать. Человека, который говорит всей Америке: посмотри на меня, я люблю тебя. Что ты пьешь? Минеральную воду, которую пила раньше. Банни, два бокала минеральной воды, один с лимоном, другой без. Только не говори, что ты завязал. Я больше не пью при женщинах. Я принял такое решение. Поверь, это так? Крэг, нам необходимо поговорить об одной вещи.
о твоем садомазохизме. Какой лжец сказал тебе это? Я говорю не о том, что ты извращенец, но ты часто причиняешь боль людям, страдая при этом. Подожди, о чем ты? Ты всегда домогаешься женщин, которые тебя ненавидят. Кто ты? Ты ненавидишь меня? Тебе кажется. Знаешь, что в тебе привлекательно? Ты понимаешь меня. Это не всем удается. Тебе удалось. Некоторые считают меня злодеем, некоторые — глупцом. А я нет? Нет. Ты знаешь, что я честен и очень порядочен, поэтому ты оскорбляешь меня. Иначе побоялась бы. Знаешь, как тяжело говорить с человеком, который боится? К тому же, ты на меня похожа. Ты изо всех сил пытаешься делать добро, но все замечают только твои ошибки. И еще. Ты думаешь, что все считают тебя неудачницей, но ты сама в глубине души считаешь себя звездой. Смотри, кто пришел. Похоже, вы ждали меня. Дерек, почему ты здесь? Заскочил перекусить. Как Иден? Ей лучше. Я думала съездить на съемочную площадку. Хочешь поехать со мной? Я хочу. Вопрос не к тебе. Туда не пускают посторонних. Да. Но я договорюсь со Стивеном. Сейчас позвоню. Ты уверен, что я вам не помешал? Все может быть. Считай это актом милосердия. Подожди. Почему бы тебе не поесть где-нибудь еще? Выслушай меня. Мы же договорились, что ты не будешь приставать к Келли. Я ведь ее ни к чему не принуждаю. Возможно, ее привлекает простота, а твой космополитический шарм смущает ее. Будь осторожен, Крэг. Не сможешь себя контролировать, я помогу тебе. Знаешь, почему столы делают круглыми? Я думаю, для того, чтобы никто не сидел во главе. Ни в прошлом, ни сейчас, никогда. Готово. Ну вот, угощайся. Спасибо. Выглядит вкусно. Держу пари, ты был удивлен, увидев меня сегодня. Не совсем. Полагаю, нет смысла вести себя непредсказуемо. Дело совсем в другом. Ты переезжаешь с места на место, потому что тебе наскучила жизнь. О, забыл соевый соус. Вот. Ты работала моделью, да? Кто тебе это сказал? Джулия. Это было в молодости. Поэтому тебя интересует модельный бизнес? Ты проницателен. Нет, я хотел узнать тебя прежде, чем ты в нем погрязнешь. Почему? Мне интересно, о чем ты думаешь. Знаешь, я ведь очень старалась казаться поверхностной и легкомысленной. Я скажу, о чем я думаю. Я думаю о муках и счастье, о судьбе человечества, о том, что Бог открыл свое истинное имя Микеланджело. И это настолько испугало меня, что я обратила свое внимание на одежду. Как тебе удается вовлечь меня в подобные разговоры? При чем здесь я? Ты сама все время вызываешь меня на откровенность. Да? С чего это ты взял? Мы оба знаем, что это произойдет рано или поздно. Я не против. Наоборот. Это зависит лишь от тебя.
О чем это ты? Ладно, еще немного вина. Это Альварес. Послушай, мне нужен катер на пару часов. Да, это очень важно. Хорошо, сейчас подъеду. Что случилось? Наткнулась на дверь. Да это свежий синяк. Послушай. Кто тебя? Обыкновенная дверь. Кто это сделал? Майкл, мне некогда обсуждать с тобой эту чепуху. Все в порядке, не волнуйся. Ники, передай Маркосу. Когда он в следующий раз захочет распустить руки, пусть найдет меня. Какой мне смысл лгать, особенно тебе? Ты очень плохо обо мне думаешь. Я бы никогда так не поступила. Ты этого не заслуживаешь. Черт! Снято! Черт! Снято, снято, снято! Что случилось? Я растерялась, просто растерялась, Стивен. Могла бы не говорить, я заметил это. И кто в этом виноват? Ты даешь сценарий за 5 минут до съемки и рассчитываешь на то, что я хорошо сыграю. Я не понимаю, как написанные тобой ночью страницы укладываются в сценарий. Они даже не пронумерованы. По-твоему, возможно раскрыть характер, если все реплики героини перепутаны? Привыкай. Теперь мы будем работать так. И еще, я не хочу, чтобы сценарии читали посторонние. Поэтому после окончания съемки возвращай его мне. Нет, не буду. Я так не работаю. Тебе лучше подыскать другую актрису. Да. Я все думал, когда же мы заговорим на эту тему. София, скажи мне честно. Ты когда-нибудь выполняла свои обязательства? Прошу вас, дамы и господа, мы повторим все сначала. С монолога Маргарет. Приготовиться к камере. Камера готова. Путешествие, сцена 12, дубль 7. Мотор, начали. Какой мне смысл лгать? И особенно тебе. Ты очень плохо меня знаешь. Ты думаешь, я расстроена? В этом ты заблуждаешься. Ты мне не веришь? Отлично. Мне все равно. Мне плевать, веришь ты мне или нет. Я ненавижу тебя. Снято. На проявку. Объявляю перерыв на ужин, дамы и господа. Огромное всем спасибо. Ну? Поздравляю. Почему ты не могла так сразу сыграть? Ты специально вывел меня из себя. Все эти оскорбления, унижение подчиненных. И все ради одной сцены, Стивен. Но это помогло. Ты ублюдок. Называй как угодно, лишь бы был результат. Тебе принесут ужин в гримерную. Это продолжение диалога. Брэндон, пожалуйста, подойди. Я хочу дать тебе ответственное задание. Закажи ужин для мисс Вейн. Что ты здесь делаешь? Хотел убедиться, правдивы ли те слухи, что о тебе ходят. Похоже, в них есть доля истины. Все во имя искусства, Дерек. В угоду кино. И кто знает, может, до конца съемок.
Кто-то не доживет. Извините. Что с тобой происходит? Ничего, все нормально, я работаю, как умею. Ты переписал весь сценарий? Я внес небольшие изменения. Не похоже, если судить по гардеробу Софии. У меня просто нет слов, Стивен. Слушай меня внимательно. Это мой фильм. Так что не вмешивайся. Ты можешь указывать где угодно. Но, пожалуйста, только не здесь. Стивен, что происходит? На маму страшно смотреть. Нельзя же так. Это здорово, превосходно. Кто еще хочет высказаться о моих методах? Есть желающие? Где официанты, уборщицы? Может, ты хочешь что-нибудь сказать? Нет, дамы и господа, я прошу посторонних покинуть съемочную площадку. Посторонние — это лица, не связанные с производством картины. В случае необходимости я вызову охрану. О, привет. Можно войти? Спасибо. А где ордер? Ордер? Зачем мне ордер? Мы ведь полицейские, верно? И никто из нас не нарушает закон. Не возражаешь? Извини. Итак, когда ты видел Ники? Мы с ней часто встречаемся, а что? Да? Ты видел ее сегодня? Возможно. Это преступление? Не знаю. Свежие ссадины. Откуда они? Я ударился о дверь. О дверь? Забавно. Ники тоже ударилась о дверь. Как же нам поступить с этой проклятой дверью? Ты просто так зашел? Или причина официальная? Ты избил ее. Мы поспорили. Вот как? Тебе нравится быть крутым? Лучше отойди. Ну, давай, оттолкни меня. Не напрашивайся. Понял, отрываешься на женщинах, да? Тебя это возбуждает. Это была ее идея. Тебе этого не понять, ты же скромник. Все делалось по обоюдному согласию. Ясно. Я вобью твою голову в стену, если ты еще хоть раз тронешь ее, понял? Может, тебе повторить? Или уже дошло? Дошло. Я все понял. Дошло? Отлично. Почему они задерживаются? Как ты? Поторопись, должен кто-то приехать. Банни может вернуться в любую минуту. Они могут заметить катер. Бежим. Да. От тебя можно позвонить? Ты приехал сюда, чтобы воспользоваться моим телефоном? И все-таки я позвоню, если ты не против. Без проблем. А тебе не одолжить заодно немного сахарного песка? Иден скрывается, и я не хотел бы звонить по телефону, который могут прослушивать. Прошу. Спасибо. Газеты называют это наркоэпидемией. Многие очень напуганы. Этого мы и добивались. А, решила подойти к телефону.
Это запись. Оставьте сообщение после сигнала. Да, непристойное предложение. Да. Как поездка? Я так и говорил, зачем мне лгать? Как ты себя чувствуешь? В это время ты должна уже спать, и не надо издеваться над сестрой. Потихоньку продвигается. Он засветился. Из-за несогласованности наших действий ему удалось скрыться. Мы получили его описание благодаря Келли. У нее все отлично. Просила передать, что любит тебя. Иден, детка, ты никуда не уедешь, пока все это не кончится, и даже не заикайся. У меня и без этого хватает забот. Не волнуйся, Чип вызвался быть мамой Адрианы до твоего возвращения и приказал ей отправляться в кровать. Не знаю, кто его научил. Я скучаю, дорогая. Мне уже кажется, что мы не виделись целую вечность. Хорошо. Да, я люблю тебя. Только береги себя. До скорого. Пока. Как Иден? Немного огорчена из-за меня, но я ничего не могу поделать. Давай открою. Попробуй, постараюсь. Признаюсь, я удивился, узнав, что ты смог уговорить ее поехать туда. Ну, если уж честно, едва не применил силу. Знаешь, а у меня схожая проблема. Я не умею избавляться от девушек. Мне пришлось штук 5 или 6 вышвырнуть в окно, когда ты постучал. Что с тобой, Казанова, потерял форму? Что ты? Нет, никогда, и не думай. Просто меня будто заколдовали. Но это должно произойти рано или поздно. Знаешь, я вроде где-то читал об этом. В мире много свободных женщин. А в доме для престарелых их даже в избытке. Это стоит проверить, да. Наверное, я сам во всем виноват. Нужно что-то переломить в себе. Когда повышаешь требования, сразу падают возможности. Да, это так. Но ожидания оправдываются. А как продвигается расследование? Мы потеряли лучшего осведомителя. Легко находим игроков, но это не приводит к результатам. Самая крупная рыба залегла на дно и осторожно ждет наших действий. А я даже не представляю, что делать. Нужен свой человек среди наркодельцов. Он просто необходим. У меня есть один. Интересно. Кто? Ты не сказал ни слова, как мы ушли со съемки. Тебе не понравилась сцена перед камерой или позади нее? Да обе были искусственными. Там вообще атмосфера неестественная. Режиссеры всегда отличаются своеобразием. Но не этот. Не этот. Мне кажется, Стивен очень небезразличен к женщинам. А вот тебя, я смотрю, они совершенно не волнуют. Раньше ты постоянно куда-нибудь меня приглашал. Теперь же я только изредка вижу тебя на официальных приемах. Дерек, я понимаю, что у нас непростые отношения. Но мне просто нравится проводить с тобой время. Мы стали редко видеться. Это грустно. Может, я чем-то обидела тебя? Извини, я сейчас очень занят. Не выношу бездействия. Долгое время я занимался большими проектами. Келли, теперь я хочу остановиться на частных делах. И уверяю тебя, мы будем больше видеться. Рада слышать. Хочешь, я принесу бренди?
Да, это я. Послушай, Крэг, у нас небольшая проблема. Хант? Затемнение. Откат назад, интерьер комнаты, ночь. В комнате темно. Четверо ребят сидят в тишине. Наконец, один, очевидно, лидер, встает. Вам известно, почему мы здесь? И почему никто, кроме нас, не должен знать о нашей организации? А как же? Никто, Стивен. Никто не должен говорить об этом ни с другими ребятами, ни с кем-то еще. Клятва, которую мы сейчас произнесем, священна и не будет нарушена до конца нашей жизни. Соединим руки. Друзья навеки, друзья на всю жизнь, братья в радости и в борьбе. Это было прекрасно. Неплохо для человека, который живет в трейлере и разводит лошадей. Ты чудесный повар и подаешь весьма необычное вино. Поможешь вымыть посуду? Какая проза. Я приглашаю тебя выпить, если ты не возражаешь. Извини, не могу. Я встаю очень рано. И долго ты будешь ухаживать за пони? Сколько потребуется, мне нравится это дело. А когда еще выпадает возможность поиграть в поло, я просто счастлив. В жизни много и других интересных вещей. Да, например, сидеть перед компьютером и портить глаза. Возможно, я найду тебе занятие, которое не будет вредить зрению. Какое? Не знаю. Что ты хочешь? Узнаю, когда увижу. Сложно искать, не зная, что ищешь. Я же сказал, работа сама находит меня. И ты совсем не хочешь, чтобы я влияла на этот процесс? Августа, я не хочу быть шофером или прислугой. Я не даю частные уроки верховой езды и тем более частные уроки аэробики. Ты так боишься быть униженным, что начинаешь сам унижать людей. Я еще не озабоченная старушка, которой нужно спешить наверстать упущенное. Извини. Когда имеешь деньги, иногда возникают трудности. Эй, Брэндон, как прошла съемка? Неинтересно. Все были какие-то раздраженные. Спасибо, что одолжила шофера. Не за что. Спасибо. В следующий раз приглашаю я. Только свистни. Чего ты ждешь? Катер здесь, воспользуйся им. Эй, когда мне говорят «жди», я жду. Кого я вижу, любимая? Дай женщине полицейский значок, и она начнет спасать мир. Ты знаешь, что каждая твоя выходка осложняет положение? Вспомни, как ты боялась того, что я убью вас обоих, когда все закончится. Я поклялся не делать этого. Не заставляй меня повторять эту клятву, Никки. Могу передумать. Что у тебя с губой? С Доннелли повстречался. Он был разгорячен, хотел танцевать. Я сказал, что это не очень понравится моей невесте. И тогда он ограничился поцелуем. Только немного увлекся. Что ты с ним сделал? Я хотел отстрелить башку этому идиоту. Но решил не привлекать к себе внимания. Так что он жив. Пока что. Как и твой брат. Думаю, нет смысла нарушать сложившееся равновесие. Поезжай домой, Ники, и оставайся там. Я позвоню. Держись, я тебя вытащу отсюда.
И не рассчитывай. Как ты узнал, что я здесь? Ты думаешь, я слежу за тобой? Принеси пиво, пожалуйста, и забери эту бутылку, она не понадобится. Говори за себя. Зачем ты связался с Маркосом? Мне не нравится, что он бьет женщин. Я просила не вмешиваться. Ты меня о многом просила, и порой мне случалось помочь тебе. Думаешь, что оказал мне большую услугу, теперь он отыграется на мне. Нет, если ты его бросишь, а уже потом я с ним поговорю. Мой герой. Мне не нужен телохранитель и твоя помощь, Майкл. Не лезь в чужие дела. Он лупит тебя, как боксер, грушу, а я не могу к нему прикоснуться? Вот именно. Нет, нет, ни за что. Неужели ты думал, что я разрешу? Мне хватило несчастья с Иден. Я не могу подвергать опасности членов моей семьи. Крус, ты уж меня извини, но я могу позаботиться о себе. Я не новичок. Я знаю правила, Крус, ты не пожалеешь. Забудь об этом, Рик. Думаю, ты меня недооцениваешь. Я не просто твой младший братишка, который бесстрашно бросается на помощь. Все комплексуешь, я на это не попадусь. Дай мне шанс искупить грехи. Ты лучше сходи в церковь, это надежнее. Я постараюсь тебе объяснить. В этом городе найдется немало людей, которые считают меня неудачником. И знаешь, я начинаю им верить. Взгляни на меня, я всего лишь бармен, а ты здесь на первых ролях. Мне чертовски надоело быть второсортным Кастильо. Я прошу тебя, дай шанс изменить это. Ты просишь о невозможном. Повторяю, бандиты шутить не любят. Но с алмазами я их надул. Надул? Ты едва унес ноги из Франции. Тебе еще повезло не загреметь за решетку. Да, только благодаря тебе. Крус, никто меня не подловит, кроме тебя. Если мы будем работать вместе, то проведем кого угодно. Не знаю, Рик, у меня нет настроения это выяснять. Да все получится, Крус, ты это знаешь. Скажи мне честно, есть у тебя человек, который справится с этим лучше? Да дело не в этом. Пойми, мне это нужно. Хотя тебе все это, наверное, ни к чему. Вероятно, ты опасаешься того, что твой брат отнимет часть твоей славы. Ты сошел с ума. Если я только соглашусь, никто и никогда уже не узнает о нашем уговоре. Ты понял? Никто, ни одна живая душа. Это будет твой смертный приговор. Я сказал, Крус, это я сделаю для себя. И, возможно, ради тебя. Что скажешь? Договорились? Наверное, я тоже сошел с ума. Послушай меня. Если ты мечтаешь о посмертной славе, давай я сам сверну тебе шею. Кто там? София? Я занят. Ты знал, что я вернусь, да? Да, Ваше Величество. И, как вижу, вы явились с оруженосцем или с палачом. Ты знаешь, меня давно кое-что смущает. Странно, да? Ты все еще играешь по правилам, установленным в детстве. Ты командуешь, а другие тебе подчиняются. Да, но ты сопротивляешься. Это свидетельствует о моем постоянстве. Не думаю, Стивен. Ты изменился. Ты был более восприимчив. Это определяло твой творческий потенциал. А теперь... О, продолжай. Продолжай, великий. Пусть бессмертные слова сорвутся с твоих уст.
Объясни, какой я. В чем ошибаюсь? Только медленно, чтобы я успел записать твои слова. Я не буду торопиться. Ты хочешь знать, что я думаю? Действительно хочешь, Стивен? Ты теряешь контроль. И меня беспокоит, как далеко ты зайдешь, пока осознаешь это. Я не теряю контроль. Можешь не волноваться. Тебя беспокоит то, что я сошел с твоей орбиты? Но это уже другая проблема. Очевидно, ты их путаешь. Мы дали клятву. Ты понял меня? И мы ее не нарушим. Ясно? Что ж, прощайте. Братья навсегда. Автор сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон, режиссер Питер Бринхерхоф. Фильм подготовлен к показу студии Mix Media.